мир и спокоем вечный. Сегодня мы даем старт совместным поисковым работам на территории Полоцкого района. Сотрудничество мы начали уже с 2015 года и ведем полномасштабную работу по поиску неучтенных воинских захоронений погибших бойцов. Такой большой пласт работы нам планируется выполнить в этом отношении, потому что у нас остается вопрос, который широко не изучен, это подвиг бойцов 174-й стрелковой дивизии, которые ценой собственной жизни до последней капли крови смогли удержать врага, который вероломно наступал на территорию нашей советской общей родины. Мы прибыли в Сталинградскую область, Кировский район, ПГТ МГА, 90-й отдельный специальный батальон. Занимаемся мы поиском по Великой Отечественной войне. Работаем также мы не только у вас, на территории Петрозаводска, Карельская республика, Калужская область, Ржев. К вам мы приехали на данный момент поднимать ДОТ, проверять. Также ребята поднимают останки. Ну, что-то еще осталось. Ребята пробили уже все по бокам, прошурфили все. Вот на данный момент останки можете запечатлеть.